Как установили стражи порядка, трое жителей Градищенского района организовали майнинговые фермы. Чтобы не привлекать внимания, их замаскировали под животноводческие точки. А для убедительности и для заглушения работающего оборудования даже включали аудиозаписи со звуками, которые издают животные. Чтобы сэкономить на электроэнергии, которую в большом объеме потребляли вычислительные машины, злоумышленники дали взятку в криптовалюте сотрудникам ресурсоснабжающей организации, чтобы те закрыли глаза на расходы электроэнергии. Полицейские установили также причастность фигурантов к посредничеству при передаче взяток ресурсоснабжающей организации по просьбе других предпринимателей, незаконно потреблявших электроэнергию. В ходе обыска у подозреваемых были изъяты 200 единиц оборудования для майнинга криптовалюты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.